Приветствую всех комрадов. Сегодня выбрались с ребятами в лесок. Попробуем закрыть сезон. Зима уже накатила, 3 декабря. Вот, нас 5 человек. Гуляем по лесу. У меня вот первая находочка. Минитосик выскочил. Еще толком не расцвело. Еще даже непонятно, что тут. Но монетка первая есть. А вот эта интересная находочка выпала. Ложечка из черного металла. Такая как лопаточка небольшая. Прикольно. Ребята просто шикарненькие. Сигнальчик вот здесь сейчас. В общем, снежочку сантиметров 5. Ищется прекрасно. Так. Есть контакт. Душечка. Сохранчик великолепный. 1900 год. 1900 год. Первая была у меня копеечка тех же времен. Красота. В общем, здесь пролегала старая дорога рядышком. И мы ходим по ее краям, ищем потеряшки. А вот и очередная находочка. Советики. Как золотые. 32-й год. 3 копеечки. Берем. Пошел мелкий снежок. Так, друзья, показался краешек чего-то интересного у нас тут. Оп. Оп. Кто это у нас? Деньга. Хорошо. Ребят, помашите ручкой. Кому? Привет. Ну что, повалил снег, надо быстрее искать, пока по колено не стало. Да? Погнали. Ну вот, вышел из леса еще один наш комрад. Трое вышли из леса. Ну что, нарыл что? Да. Одно скачение попало. Хорошо. Ищем, значит. Красота в лесу. Ну вот и пятый комрад вышел из леса. Ну что, Серег, есть что? Да нифига, одна только ветвь советская. Вот такие сюрпризы можно встретить в лесу. Явно не кормушку для птиц. Что-то зелененькое у нас тут виднеется. Оп. А это какая-то накладочка. Видимо, конинка. Старая вещь. А вот еще одна конинка. Симпатичненькая такая. Крупненькая. Красота. Что-то блеснуло, но мне кажется, ходячка. А нифига, это не ходячка, это какая-то нашлепка, причем с клеймом. Может, серебряная?
забираем. Еще монитосик выскочил. Так, копеечка. Николаевская еще одна. Хорошо. А вот это у нас зачетик выскочил. Целенький. Крестик. Красота. Еще у нас монитосик выскочил. И снова копеечка николаевская. Уже третья. Хорошо. Земелька сухая, прям песочек. И вот что у нас тут выскочило из нее. Оп. Трешечка Николая. Сохранчик прям радует лесной. 1901 год. Красота. Берем. Ну вот, друзья, такой вот выход лесной получился у нас на пятерых. Не так уж и много, что-то и есть. Ну, можно сказать, сезон закрыли. Все, всем пока и до нового сезона.